Всем здорово, ребят. Короче, меня тут бомбит, поэтому решил я перезаписать видос. Блин, просто тупо вот кайф. Вот почему я кайфую от этого режима. У нас сегодня будет на обзоре именно Пайпер. Длинная дистанция и куча рандомных рукожопов, таких же, как и я, которые, блядь, просто улыбают иногда. Ну, это, наверное, все рандомчик. В общем, в чем прикол Пайпер? Вот в этом. Она просто минусует нафиг врагов, особенно вот так вот делает и вот так вот делает. В общем, это баба-пулемет. Как бы там они ни старались, что бы они там ни делали, мы будем их всекать. Я сказал, мы будем их всекать без проблем. Но бывают, конечно же. Бывают и такие варианты, когда всекают нас. Давай, 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 иди сюда, сладенький. Иди сюда. На. Люблю, люблю этого героя. Нереально крутой. Котик, ты куда? Иди сюда. На. Вот просто стоишь в кустиках и нагибаешь. Хороший герой. Многие ребята спрашивают, зачем ты к ним бежишь туда? Это чисто по фану. В общем, герой обалденный. А, как видите, при хорошем раскладе, при хорошей катке, ну, я не знаю, очень мало из героев, кто выдержит 3 ульты с кустов вот этого героя. То есть, встаете в кустиках, так вычисляете по одному. Минус 2 сделали, да? Отлично. Единственное, надо приучиться вот так вот дамажить всегда. Вот. Кроу, ну, ничего не может сделать. Он тут ничего не сделает. Давай, беги сюда. Блин, еще бы не подвисало. Вообще было бы люкс. Капец, ну вот. Нафига было туда идти, вот скажите мне. Вот люблю, люблю таких рукожопов, как я. Ой-ой-ой, кто это к нам пришел? Ну, здравствуй, мой юный друг. Я так ждал тебя. Бул. Бул исполняет реально. Так, минус один. Минус два. Не успел. Ну, видите, исполнителей у нас хватает. Тут я ничего не сделаю. Что бы я ни делал в кустах, не в кустах, когда вот такая вот команда, блин, ну, это просто отпад. Ну, я нормально наминусовал. Вот в этом и весь кайф этого героя, что ты стоишь просто и выцеливаешь. То есть своего рода снайпер. Конечно, все зависит от тиммейтов. Потому что если бегаешь в рандомчике, кабаны всякие, и тебе пофиг, ты просто вот так вот жмакаешь и всекаешь. О, здравствуй, Бул. До свидания, Бул. Так, что это у нас тут творится? Пора наводить порядок. Пора уже их унижать. Качечек всяких тут наставят. Иди сюда, моя родная.
Нифига себе. Повезло, повезло. Однако. Ну, это вот именно та карта, где, блин, ну, вот реально весело с противниками. Не соскучишься. Да, блин, качка долбаная. Чтоб тебя. Люблю качить. Качечок. Особенно, когда на автомате стреляешь. Ну, здравствуй, пупсик мой родной. Ну, привет. Разменялись, в общем. В общем, вот так вот. Как видите, в рандомчике весело. Вот почему я играю в рандомчике, потому что здесь веселухой может побомбить. Поехали в что-то другое, сейчас побегаем. Посмотрим, какая там карта. ШДшки. Херня, короче, для нее, но мы все равно это сделаем. ШД, вот не знаю, меня что-то не прет. Многие сидят, я бы тут уже давным-давно надротил по 700-800 кубков, но мне это, не знаю, что-то не особо интересно. Вот видите, у нее ульта. Хорошо пролетает. Давай, 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 родной. Нравится, нравится мне ее ульта. Че он там стоит? Меня ждет, что ли? Ну, жди, друг. Я к тебе сейчас приду. Что-то какой-то странный. Какой-то маньячел, ребят. Ебово, в кустах прятался. Вот с кустиков девочка просто обалденная, не знаю, нравится мне она очень. Тихо, 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 Ша, не надо ко мне подбегать, Шелли. Я знаю, что ты можешь. Так, тут у нас есть один друг. Он очень хочет постреляться. Так, обстановочка накалывается. Что же сделает Бул? А Бул сделает хрень. Давай, Булушка, выходи оттуда, друг. Ну, тут вариантов у меня, к сожалению, не особо много, но как смог, так и показал. В общем, вот так вот. Играть можно, как видите, в ШДшки свободно и качать кубки, качать по 600, по 700. К этому мы со временем дойдем, но мы пока дротим в рандомчике. Вот люблю я рандомчики, ничего не скажешь. Вот нравится мне оно. Сидеть. Нормально мы там всекли кому-то. Давай, давай, иди сюда. Оп, 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 оп. Что это было, блин? Куда ты смотрел своими косыми глазками? Потеряли девочку. Ты такой противный, вот ты такой. Давай, давай, детка. Держи конфетку. На. Разбегались тут. Куда ты бежишь? Вот куда ты бежишь? Тебя сейчас просто оттуда вытащат, как меня, например.
Сейчас сольются. 100% сейчас сольются. Или нет? Нормас. А це Тарас. Він нормас. А це Сава. Вот так вот, ребятушки. Вот такая вот плюшка. Давайте посмотрим на вторую. На вторую посмотрим. Вторая у нас. Где ты? Вот она. Кэшбэк. Поехали, посмотрим. Ну, я не знаю. Это надо, знаете, на такой по прямой тупо стрелять. В принципе, может и нормально. По сути, 0.5 заряда. Это с 3 у вас 1.5 вернется. Можно просто пулемет сделать. Баба-пулемет у нас будет. Вот посмотрите, вот это да, вот это да, вот это кэшбэк. Ёптить. Получается, 1, 2, 3, 4, 5 ударов, ребят. 5 ударов у нас есть. Мы можем просто тупо их наваливать. Жестко, не по-детски. Вот так, вот так, вот так, вот так. Смотрите, что она делает. Нифига себе. Здравствуй, мой юный друг. Куда ты бежишь? Ай-яй-яй-яй-яй, чё ж ты так тормозишь-то в такие моменты? Так хочется нормально кому-то навалить. В общем, баба-пулемет тоже очень крутая. Просто сидишь на автомате, вот так вот их всех жаришь. Вот так вот вам поразбегались тут. Смотрите, что она делает. Она просто тупо унижает их. Давай, выбегай, выбегай, выбегай. Ну куда? Блин, как-то аж скучно с таким скиллом. Видите? Все-таки не рукожопья. До конца. Не хотят ребятушки со мной играть. Баба-пулемет это чит, ребят. Это реально чит. Просто тупо получается. Раз, два, три. Вы имеете 1.5 заряда еще. То есть 5 ударов. Это не 4, ребятушки. Это не 4, это целых 5. То есть вы получаете вот так вот в лоб. А потом вы думаете, зачем я бегал? Зачем я туда бежал? Раз, два, три. Ай-яй-яй-яй-яй. Видите, у меня уже сразу же 4-й накопленный. То есть надо накопить нормально. Потом встаешь в кустике. Давай, давай, подрывай, подрывай. И потом вот так вот стреляешь. Тык, 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 тык. Просто всех нахрен. Разошлись. Да что ты стоишь тут? Вот посмотрите, вот нравится мне, блин, вот стоит, тупо стоит в кустах и чего-то ждет. Вот так вот надо выцеливать. А-а-а! Ну хоть здесь, блин. Да не беги ты туда к ней. Сейчас просто сольют. Вангую, сейчас его сольют. Не, нормас выжил. Нормас, красава. А це Сава, завжди красава. Ну я хоть подсобил. В общем, блин, вот реально очень крутая, крутая пассивка. Нереально крутая. Особенно если попадаешь все время, то это просто жесть. Все время получается у тебя есть заряд. Смотрите, как он просто тупо разгребает. Особенно, если еще будешь с кустов шмалять. Вообще тема. Опять звездный игрок. Опять я в топе. Опять рукожоп в топе, ребятушки. В общем, обалденный герой. Надо только прямая. То есть, без прямой нифига вы не сделаете. А потом просто так, вот так их всех шмаляете, жмете автоматом, и вам все пофиг.
Видите, вот везет, что частично. Нормально. Пойдет. Ты куда собрался, клубсик? Один и второй. Бедолага, бедолага. А меня тут жахнут, наверное. Вот так вот, смотрите, вот просто нравится, как раздает. Нереально круто. Ай-яй-яй-яй-яй. Шмаляем с пистолета. Здравствуй, здравствуй. В общем, вот так вот. Такой вот, ребятушки, герой. Пишите комменты, ставьте лайки, играйте в Brawl Stars. Всем удачи, всем пока.